Чувашия продолжает улучшать свой инвестиционный потенциал. По итогам прошлого года в республике вырос индекс промышленного производства. На очереди новые проекты. О деталях программы экономического развития Чувашии сюжет Дмитрия Ковалева. Это новые точки роста. До конца года в Канаше откроются цеха по выпуску стальных заготовок и холодильных шкафов. Заявки бизнесменов уже в работе, решаются вопросы с земельными участками. Особая экономическая зона муниципалитета привлекает инвесторов. Благодаря статусу ТОСР предприниматели получают налоговые льготы. Еще будет такая же заявка, я думаю, где-то порядка в феврале, наверное, зайдут они уже тоже. Там по металлопрокату. Тоже 6 тысяч тонн заявляют. Но металлопрокат имеет сюда профили какие-то дела? Ну, сами видать их будут. У нас обязательство, что все работники будут из города Канаше. Документально одно, чтобы там финансовое подкрепление было. Финансовое подкрепление, когда есть, всегда объекты своевременно вводятся и уже будут созданы рабочие места. К индустриальному парку муниципалитета уже подведена новая дорога. В этом году для нужд резидентов возведут высоковольтные подстанции на 50 мегаватт. На следующем этапе строительство очистных сетей. Глава региона отметил, что реализация проектов отразится на инвестиционной привлекательности Канаша. Сейчас все возможности есть для развития Канаша. Все возможности практически. Плюс социальные объекты подтягиваем. Появляется благоприятная среда для жизни и для трудоустройства в городе Канаше. ТОСР Канаша – часть региональной инвестиционной программы. Прорывные проекты намерены реализовать и резиденты индустриального парка Чебоксара. Только в этом году с помощью предпринимателей в республике хотят создать еще более 2500 новых рабочих мест. Такую задачу поставил глава региона. С учетом того, что республика 4 года подряд десятки лучших регионов Российской Федерации по деловому климату, по национальному рейтингу, это тоже дает свои результаты на сегодняшний день. Создали более чем 2000 рабочих мест, значительно вырос внешнеторговый оборот республики. По этому году он расчетно составит 570 миллионов долларов США или 115% к предыдущему году. 2017 года. Этот рост, он значимый. Доля экспорта в республике должна вырасти и в этом году. Те задачи, которые поставил перед нами президент России по экспорту уже продукции агропромышленного комплекса, мы здесь участвуем вместе с разными такими мощными агрохолдингами, должны участвовать и продавать. Мы докладывали вам, соответственно, и жители Чувашской республики знают, масличные культуры сегодня на экспорт продают. Развитию регионов будет посвящена и деловая программа Российского инвестиционного форума. В Сочи отправится и официальная делегация республики, чтобы наладить двусторонние связи. Ключевой вопрос повестки – цифровая экономика. Региональная политика, новая социальная политика, деловой климат в России. Пройдет форум «Здоровое общество». Обговариваются вопросы с регионами по заключению соглашений или протоколов о реализации уже существующих соглашений. По итогам прошлогоднего форума республика реализовала ряд инвестиционных проектов. Большого эффекта для экономики ожидают и от предстоящего визита в Сочи. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Игорь Зверев. Республика.